Среди выпускников знаменитого ансамбля «Песни и пляски» имени Владимира Сергеевича Локтева – музыканты, режиссеры, дирижеры. И, конечно же, знаменитые танцовщики, такие как Наталья Бессмертнова и Владимир Васильев. Нынешние юные участники ансамбля пока только выбирают свое будущее. Ну а сегодня они представят ирландский танец «Прогулка по камням». Мы представляем ансамбль «Песни и пляски» имени Локтева. На своих концертах мы представляем русскую культуру, а также национальные традиции других стран и народов, бережно сохраняя классическое наследие. Мы пришли на этот проект, чтобы рассказать всем о нашем коллективе, как о большой и дружной семье. Желаем всем участникам проекта удачных выступлений! Здравствуйте. Здравствуйте, девчонки, красавицы, вы огромные молодцы. Какие узоры, какие невероятные вещи вы делали своими ножками. Невероятно, потрясающе, браво, браво. У меня такой вопрос. Спасибо. Скажите, вы долго изучали хореографию? Ну, вообще, у нас все девочки очень любят ирландский танец, все мечтают в него попасть, как только приходит в ансамбль. Для нас большая честь, что нас поставили в ирландский танец, и, конечно, мы очень долго его репетировали, старались сделать все, что мы можем, и, надеюсь, у нас получилось. У вас, безусловно, получилось. Скажите, ваш коллектив это... Ну, вы еще
не родились во время Советского Союза, но он гремел еще тогда. Все знают ваш коллектив. Столько поколений приходят и заниматься в вашем коллективе. Скажите, как вы попали в ансамбль? Ну, у меня были две старшие сестры, которые тоже ходили в этот ансамбль. И мне очень понравилось, как они там танцуют. Я была вдохновлена их примером. Но когда-то нас всех привела в ансамбль мама. А вы же сестренки тоже? Да. Я смотрю, похоже вроде. Двойняшки. Вы двойняшки, да. Давайте сейчас послушаем мнение жюри. Софья, пожалуйста. Когда четверочка девочек делала это соло, я сразу подумала, что четверка лебедей вам обеспечена где-нибудь, потому что такие антрашакатры, стопы тянем. Но самое главное, что после антрашакатров вот эти вот ключи, не знаю, как они правильно называются, я даже подумала, господи, в таком темпе, как это можно скоординировать? И по диагонали эти прыжки, ножницы, что-то вот по СИЗО. Я даже просто узоры ногами просто были какие-то сегодня. Да, я даже просто в какой-то момент я не могла понять, антурнан, этот блинчик со сменой ног двойной. Я даже не смогла взглядом, сколько ног, 5-6 ног успело поменяться. Это, конечно, волшебство. Мы заканчиваем сегодня наш вечер, и ваш ансамбль — это великолепное завершение нашей программы. Спасибо вам, девчонки, за ту радость, за ту энергию. И за такое эталонное исполнение такого сложного номера. Молодцы! Спасибо. Александр? Это было просто феноменально. Я понимаю, насколько это сложно, насколько филигранно вы выписываете все эти фигуры ногами. Как это все тонко, как это точно. Я не знаю, я даже не могу себя представить на вашем месте, потому что я бы точно так не смог, и мало кто бы так смог. Я вам завидую, девочки, потому что у вас такое прекрасное детство, такой репертуар, и вы все такие прелестные, очаровательные. Спасибо. Я так рад за вас. Прекрасное детство в великом коллективе, это действительно здорово. Рамиль. Девчонки, этот номер меня поразил тем, что вот этот статичный корпус, вот эта вот такой ось в позвонке, вот такой вкус... Вот эта вот осанка, стать, колени под углом 90 градусов, вытянутые, все строго, остро, четко. Я представляю, сколько труда, сколько усилий, сколько слез, наверное, было, когда вы этот номер репетировали. И когда готовили, и я представляю, какой отбор вот в такой вот номер особенный, мне кажется. Вы молодцы, я... Желаю вам, чтобы все ваши мечты исполнились, чтобы много было у вас гастролей, много выступлений, чтобы большинство из вас, конечно же, связало свою жизнь с профессиональной деятельностью, потому что вы в таком уже великом ансамбле работаете. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, и девчонки гордятся этим. Иван. Девочки, ну что вам сказать? Красавицы, талантливые. Удачи вам. Спасибо. Удачи вам в вашем пути, удачи по жизни. Всего вам хорошего, чтобы все у вас получалось. Вы умницы. Браво. А ноги просто шикарные. Спасибо большое. Спасибо вам за ваше прекрасное выступление, наши дорогие участницы. Обязательно скоро встретимся, уже практически сейчас, потому что ваш номер был финальным. До встречи. Отдыхайте. Сегодня в 8 утра
И в 8 вечера вы такие живые, вы такие наполненные эмоциями, вы такие техничные. Я очень за вас переживала. Я очень хотела, чтобы это было хорошо. Это было очень хорошо. Я вами очень горжусь. Вы не подвели себя, меня, ансамбль Локтева. И слава ансамблю Локтева, ура! Конечно, мы волновались все очень, чувствовали такую ответственность за наш ансамбль. Его нельзя опозорить, потому что это ансамбль с великой историей, который вырастил великих людей. И, конечно, мы чувствовали эту ответственность, и у нас получилось.